Макрон, Шольц, Мишель и президент Еврокомиссии встретились с Арбаном, фото. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйон встретились с премьером Венгрии Виктором Арбаном перед саммитом ЕС 14 декабря, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на твиттер главы венгерского правительства, расширение, это процесс, основанный на заслугах. Никаких исключений, подписал фото, сделанное на встрече он. Макрон, Шольц, Мишель и президент Еврокомиссии встретились с Арбаном 14 декабря. Twitter.com касая черта ПМ нижнее подчеркивание Виктор Арбан закрывающая круглая скобка позиция Орбана по Украине. Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель, лидер Франции Мануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся с премьером Венгрии Виктором Орбаном перед началом саммита лидеров ЕС. Накануне встречи Орбан заявлял, что не сдвинется с места в вопросе Украины. При этом, на прямой вопрос, против ли он вступления Украины в ЕС, Орбан ответил: Нет, добавив, что это вопрос процедуры. По его мнению, вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС необходимо отложить до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года. Судя по последним заявлениям премьера Венгрии Виктора Орбана, он категорически против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Буквально недавно Орбан предлагал не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита, поскольку якобы заранее ясно, что согласия среди стран не будет. Кроме того, Орбан даже угрожает сорвать саммит лидеров Европейского союза. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале Рбк Украина в Телеграм.